Этот урок посвящен произношению. Мы рассмотрим слова, которые при неправильном произношении могут поставить нас в неловкую ситуацию. Этот урок не предназначен для детского просмотра. Слово slot, щель, слот или отверстие. Английское произношение этого слова вы не спутаете с ругательным словом slut, что означает безнравственная женщина. Британцы четко произносят букву О. В данном случае звук похож на русский О. О, слот. Конфуз возможен в американском варианте, так как звук О произносится протяжно и близок к К. Произнесите О и широко откройте при этом рот. Слот, слот. Сравним с безнравственной женщиной. Слот, слот. Гласный звук короткий и рот лишь немного приоткрыт. Слот, слот, слот. Разница почти незаметна нам, но носители языка ее заметят. There are five slots available. Пять ячеек свободно. Если произнести неправильно слово slot, то могут подумать, что вы предлагаете услуги сексуального характера. Слово slat, планка, дощечка, также близко по звучанию, но в данном случае у нас звук э, slat. Помните, что в американском произношении звук Т на конце едва слышен. Это остановочный согласный звук. Чтобы произнести его правильно, старайтесь сделать остановку в середине произношения этого звука. Сло. Сло. Crab – это еще одно слово, которое может поставить вас в неловкую ситуацию. Если произнести его неправильно, конечно. В русском языке буква Б на конце звучит как П. В английском Б звучит как Б. Crab. Если оглушить «б» на конце, то получится слово «crap», что означает «бессмыслица» или «мусор» и также имеет более оскорбительное значение. «Б», «п» – парные согласные, как и в русском языке, поскольку губы находятся в одинаковой позиции, когда мы их произносим. «Б», «п», «crab», «crap». Мы снова имеем дело с остановочными согласными. Давайте замедлим. «Crab». Б, краб. При произнесении мы сжимаем губы, делаем остановку и потом выпускаем воздух. Краб, краб. I like crab cakes. Если вместо Б в конце произнести П, то люди могут странно подумать о нас. Если вас интересует произношение определенных слов, пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал Puzzle English, вас всегда ждет много интересного и познавательного. С вами была Лена Мон. До встречи!